проведем тест по сказке «Серая шейка». Для того, чтобы понимать, как хорошо мы помним ее содержание, как мы внимательно читали, тест мы с вами будем проводить при помощи нашей любимой технологии «Кликерс», которая называется. У нас у каждого есть свой QR-код. Напомните, пожалуйста, правила работы с QR-кодами, с кликерсами. Аня. Надо его держать прямо, чтобы... Хорошо можно было сканировать. Согласна. Еще. Нельзя, чтобы пальцы заходили за черный план кликерса. Хорошо. А самое главное, как его нужно показывать? Какой стороной, Максим? Тот вариант, который ты думаешь, что правильно, нужно верхнюю сторону. Нужно держать вверху. Приготовьте свои кликерсы, пожалуйста. Сегодня вы вопросы теста читаете самостоятельно. Пожалуйста. Я готова сканировать. Хорошо, молодцы. Помните, как только ваша фамилия засветилась синим цветом, я отсканировала ваш ответ. Следующий вопрос. Я готова сканировать. Так. Умнички. Хорошо. Следующий вопрос. Я готова сканировать. Так, хорошо. Наш заключительный вопрос. Я готова. Хорошо, молодцы. Опускаем кликерсы. Как вы считаете, сколько процентов из правильных ответов? Как вы думаете? На 80. Ты думаешь 80. Это у нас у всего класса. А у тебя лично как ты считаешь? 80. Тоже 80 думаешь. Дима, ты 90. Как считаешь? Думаешь 90? 70. 70. Или 90 или 100. Или 90 или 100. Хорошо, верить в свои силы, молодцы. 100. 100. Замечательно. Ну а сейчас мы проверим наши результаты. Итак, смотрите, практически у всех у нас 100%, простите, практически. Но есть, к сожалению, несколько человек, у кого это 80%. Какой вопрос вызывал у вас затруднение? Вы долго думали, Дима? Кто помог спасаться? Спастись? Уточки, помогите Диме. Кто помог спастись уточки? Ангелина. Убежала. Еще какие вопросы вызывали у вас затруднения? Что было с серой шейкой дальше? Что было с серой шейкой дальше? Где можно было в сказке это найти? Что случилось с серой шейкой дальше? Где? В сказке говорилось в конце. В конце. Что именно говорилось? Давайте вспомним. Даша. Старик говорил, заберу тебя, нанесешь бабке яиц и будет у нас для... Утята. Хорошо, молодцы. Мне понравилось, как вы сегодня работали. Спасибо за работу.